Друзья мои, очередная интересная новинка, на этот раз от компании Жуков Гараж, новейший вездеход. Но несмотря на то, что выглядит он довольно-таки стандартно, есть у него одна интересная особенность. Сейчас увидите сами. А? Видели такое когда-нибудь? То-то же. Батарея емкость 72 кВт-часа. Мощность 210 лошадиных сил. А это, друзья мои, электро. Будем испытывать, на что он способен. Весь обзор, как всегда, на основном канале. Не забываем, переходите, смотрите. Ссылочка в описании.